Итак, мы с вами уже имеем хорошее представление и о катаболизме, и анаболизме углеводов и липидов, в первую очередь жирных кислот. И мы знаем с вами, что есть в организме некий центральный маховик, приемо-раздаточный механизм, в который в катаболизме погружаются молекулы и откуда черпаются строительные блоки для анаболизма. Но до сей поры мы с вами пока никак не трогали белки и аминокислоты, из которых белки построены, а мы с вами знаем, что это очень важный, существенный компонент живой материи, едва ли не самый главный. Хотя, наверное, когда мы говорим о живой материи, очень трудно сказать, что что-то главное, а что-то второстепенное. И теперь мы с вами садимся на азот, содержащий соединения, в первую очередь на белки, потом будем говорить об азотистых основаниях. Ну, если говорить о белках в целом, мы все время подразумеваем некую энергетическую составляющую. И мы с вами говорили, что углеводы — это примерно 30%, если рацион сбалансированный, мы говорим о людях или, неважно, о каких-то других организмах, в первую очередь о животных. Если рацион сбалансирован, то углеводы — это примерно 30%, но это самый быстро мобилизуемый резерв. Жирные кислоты, в первую очередь, как компонент липидов, это 60%, ну чуть менее быстро мобилизуемый, более медленное топливо. На белке остается, если подводить баланс, примерно 10%, в первую очередь на аминокислоты. И если поделить это на 20 канонических, которые присутствуют в животных клетках, то это где-то по 0,5% в среднем, что говорит нам о том, что метаболизм белков нельзя отнести с полным основанием к первичному. Он какой-то, опять же, полуторный. При этом надо иметь в виду, что разные организмы по-разному зависят от белков. Если говорить о животных, то для плотоядных, которые травкой питаются, для них белки совсем не являются топливом. Для хищников гораздо в большей степени. Для растений, в общем-то, белки не являются топливом совсем. У бактерий все как-то немножко сложнее. Но в любом случае, если, вот представьте себе многообразие всех аминокислот. Если детально разбираться с каждой аминокислотой, то нам, наверное, даже времени до конца учебного семестра не хватит. Поэтому задача у нас с вами следующая. Понять сейчас основные принципы как катаболизма, так и анаболизма аминокислот. Как строятся из аминокислот белки или как из белков получаются аминокислоты, мы с вами рассматривать не будем, потому что это как-то касались в других курсах, вы будете продолжать касаться этого и в последующих курсах. То есть наша с вами основная цель – это метаболизм аминокислот. Тем не менее, какие-то общие соображения давайте мы вспомним. А откуда вообще могут взяться белки, которые надо утилизировать? Какие будут варианты? Да, то есть мы с вами говорили о стабильности и говорили, что среднее время жизни белка среднестатистического от 2 до 200 часов. То есть идет какой-то достаточно интенсивный обмен белков. Это первый момент. Второй момент, правильно Вадим отметил, у нас какие-то белки могут быть неправильно свернуты, а мы можем посмотреть и чуть шире, если белки попали в какую-то не очень хорошую атмосферу, в широком смысле этого слова, то они могут денатурировать, испортиться. И если их нельзя ренатурировать, то мы должны их разобрать. Вспоминаем про шапироны, белки теплового шока. Вот тепловой шок – это один из таких не очень удачных вариантов. Также могут быть какие-то воздействия химической природы, вредные вещества, выхлопы и так далее, экология. Понятно. Нормальный оборот белков плюс белки каким-то образом неправильно либо сделанные, либо испортившиеся до срока. И есть еще один очень большой пласт – это белки, поступающие с пищей. Их тоже надо переваривать. Что касается них, то они перевариваются в желудочно-кишечном тракте. Это довольно длительная цепочка. Все начинается с того, что действуют определенные протолитические ферменты, которые готовы работать при низких значениях pH, то есть у них pH оптимум находится в сильно кислой области. Плюс это желудочный сок, который в значительной степени содержит аж-хлор.
И pH в этой части желудочно-кишечного тракта находится в пределах от 1 до 2,5, то есть очень низкий. И на данном этапе крупные полипептиды разрезаются на более коротенькие олигопептиды. И дальше они переходят в желудок, где происходит нейтрализация за счет бикарбоната. pH возвращается к нейтральным значениям, и там уже начинают работать другие протолитические ферменты. Ну, в первую очередь, наверное, это трипсин, хемотрипсин, катепсин, пепсин, то есть такие вот ферменты, которые щепят на еще более короткие фрагменты. Ну и заканчивается все обычно действием карбоксиаминопептидаз, которые завершают дело, гидролизуя по аминокислоты, соответственно, с цели N-конца. В конечном счете, в норме глобулярные белки, поступившие из пищи, перерабатываются до аминокислот. И именно в таком виде они всасываются. Всасываются, опять же, в желудочно-кишечном тракте, в тонком кишечнике, и отправляются на переработку в печень, кровотоком уже. Да? Отдельные фибриллярные белки до более крупных фрагментов разлагаются и дальше уже дообрабатываются в печени. А фибриллярные белки могут попадать, там, холодец, студень, коллаген, да, то есть вспомнили. То есть фибриллярные белки мы тоже, безусловно, каким-то образом потребляем с пищей. Свои собственные белки деградируются немножко по другим механизмам, так как они не проходят желудочно-кишечный тракт. Но сущность та же — это протолитические ферменты. Добрались до аминокислот, представляем себе, как это происходит, и теперь переходим на метаболизм. Ключик к пониманию метаболизма аминокислот заключается в том, что эти соединения состоят из двух частей. Из углеродного скелета и азот содержащей группы. Ну, в данном случае NH3+. И либо сразу, либо на каком-то этапе эти две сущности будут разделены. И дальше они будут обрабатываться каждый своим путем. Здесь возникает несколько вопросов. Да, значит, в моем понимании судьба азота, она очень красива, приятна, легка для понимания, и мы, наверное, сегодня ей займемся. Вот. А как вы думаете, с углеродными скелетами что происходит? Да, они тем или иным образом, как-то обрабатываясь дополнительными стадиями, в конечном счете попадают в цикл Крепса. Или проходят где-то рядышком. И вот здесь многообразие вариантов, это чуть более тяжело воспринимаемый материал, поэтому мы его на утро пятницы оставим. Да? Когда мозги посвежее. Нет, реально, здесь я вижу свою задачу не закопаться в деталях, показать общие принципы и показать какие-то примеры. Ну, 20 аминокислот, некоторые входят в нескольких точках, то здесь задача хотя бы сначала не запутаться, кто где входит, это уже сложно. Вот. Хотя какие-то определенные правила мы попробуем с вами вывести. Судьба азота очень легка и приятна. Значит, пойдем с самого начала. Как уже было сказано, на одной из ранних стадий, может быть на первой, может быть на одной из ранних, азот будет отделен от углеродного скелета. Как удается этого достигнуть? Для этого есть универсальная реакция. Это вот первый очень важный момент. Реакция трансаминирования или переаминирования. Выглядит она следующим образом. На первый взгляд это кажется как каким-то вообще таким magic, да, волшебством, но на самом деле за ним лежит не очень сложная химия. Значит, если у нас есть альфа-аминокислота с боковым заместителем R1 и есть альфа-кетокислота с боковым заместителем R2, хотя здесь о боковом говорить не очень приходится, то в результате вполне обратимой реакции трансаминирования у нас как бы происходит обмен R1-R2. На самом деле это не совсем так, у нас аминогруппа меняется на карбонильную и наоборот. То есть на выходе мы с вами получим альфа-кетокислоту с R1 и новую альфа-аминокислоту с R2. Вот это вот есть реакция переаминирования.
Чтобы она протекала, нам нужно производное витамина В6. Витамин В6, он же пиридоксин, выглядит следующим образом. CH2OH, OH, и в пароположении еще раз CH2OH. В6 или пиридоксин. Пиридоксин пока еще работать не может, но у него есть две рабочих формы. Пиридоксальфосфат и пиридоксаминфосфат. То есть мы можем благополучно нарисовать две стрелочки и две рабочих формы. Значит, в первом случае одна из гидроксиметильных групп, которая находится в пароположении к азоту, будет превращена в альдегидную. А вторая группа будет фосфорилирована. Остальные группы останутся неизменными. Вторая модификация В6 почти все то же самое, только вместо альдегидной группы в пароположении аминогруппа. Соответственно, представляю вам пиридоксальфосфат и пиридоксаминфосфат. Пиридоксальфосфат и пиридоксаминофосфат уже являются кофакторами. Запишите. Раз это кофакторы, то они связаны прочно, каждый с своей конкретной белковой глобулой, и они никуда не мигрируют. То есть это не коферменты, а именно кофакторы. Связь в данном случае не валентная, в первую очередь, хотя все немножко хитрее, но очень прочная. Значит, при этом один активный центр содержит один кофактор, а его форма с течением реакции меняется. И мы это сейчас с вами увидим. То есть не надо думать, что какие-то отдельные глобулы с пиридоксальфосфатом, а другие с пиридоксаминфосфатом, и кофактор не меняется. Нет, он меняется. То есть на одной белковой глобуле есть кофактор, он то в альдегидной, то в аминной форме. Значит, как это происходит, реакция? Значит, давайте мы с вами выберем аминокислоту и тогда, соответственно, альдегидную форму кофактора. Сейчас я подумаю, как это дело писать, чтобы было меньше писанины и вам, и мне. Ну, вот если мы как-то вот так сделаем, нормально будет? Будем писать. Нам главное вот что здесь записано. Да, попутно замечу, вот эта OH-группа очень важна. Это дополнительная водородная связь, это связывание субстрата. То есть это все к Константе Михаэлису. Ну, давайте, как-то, значит, как вот так мы договорились писать. Вот отсюда OH торчит, вот отсюда CHO. Первым делом происходит образование, обратимое вполне, основание шифа. При этом уходит вода, в обратную сторону вода заходит. И получается CH, двойная связь N, CO минус R1. Дальше происходит миграция двойной связи. Вполне обратимы. И гидролиз. Все реакции очень легко обратимы. Дельта G близко к нулю для всех реакций.
конечном счете мы имеем с вами фермент. Вот это вот понятно, что это фермент, да? Ну, фермент с кофактором здесь. Мы здесь имеем CH2NH3 плюс и альфа-кетокислоту. Сюда воду надо нарисовать. Все. Кетокислота ушла. А теперь на второй стадии происходит фактически реакция обратно. То есть у нас теперь фермент содержит кофактор. Ну, где-то протон еще надо нарисовать, да, нам, наверное? Наверное, здесь, сюда еще протон надо завести, чтобы все было красиво. Ну да, чтобы NH3 плюс было. А, соответственно, у нас теперь есть... Нигде я там не ошибся, двоечек не потерял. Нет, там не потерял, здесь чуть не потерял. А, передоксаминфосфат. И приходит второй субстрат, это кетокислота с R2. Точно так же уходит вода. То есть мы сейчас движемся вот в этом направлении, но только с другой кетокислотой. Снова образуется основание шифа. Снова происходит миграция двойной связи. И гидролиз. Так, здесь я что-то, наверное, нарисовал не так. Поправьте, пожалуйста, что-то с водой не сложилось. Здесь вода уходит. Да? То есть здесь входит, а в обратную сторону уходит вода. Так. И мы получаем регенерированную форму передоксаль фосфата и получаем новую аминокислоту. Все, процесс состоялся. То есть образование, разрыв основания шифа, перемещение двойной связи. Реакция, которая протекает таким образом, что сначала обрабатывается первый субстрат, он уходит и заходит второй субстрат, вот этот механизм называется пинг-понг. Он еще будет встречаться. То есть трансаминаза работает по механизму пинг-понг. Параллельно должен заметить, что передоксаль-фосфат, передоксамин-фосфат участвуют в самых разнообразных реакциях. Не только в трансаминировании, они участвуют в рацемизации аминокислот, переходе DL, в декарбоксилировании каком-то, там бета-декарбоксилировании могут участвовать, в самых разных. Вот это вот один из примеров участия B6, в данном случае реакция трансаминирования. С ней все понятно. Единственный момент, на который хотел обратить внимание, ну, давайте заново нарисую, все сотру. Значит, в норме, если фермент не работает, то передоксаль-фосфат, свободный наружу, не торчит. А что с ним происходит, как думаете, если он не свободный? Что могли бы предложить? Вот здесь OH, вот здесь CHO, но оно не торчит. Оно дополнительно закрывается, как крышечкой, остатком лизина. То есть вот здесь вот на ферменте
есть лизин, из него там CH2 в четверо, N, и здесь образуется внутримолекулярное основание шифа. Вот в таком виде он существует, закрытый, нерабочий. А потом приходит аминокислота, и фактически, можно сказать, идет реакция переаминирования здесь не очень хорошо говорить, да, потому что это к амидам переаминирование. Но разрыв существующей азаметиновой связи, то есть основание шифа, образование новой. И тот и другой вариант, в принципе, возможен для представления. То есть чисто из альдегида или через внутримолекулярное основание шифа. Да, до того, как, да. Я так понимаю, что за фосфатную группу держится в значительной степени передоксальфосфат, передоксаминофосфат, потому что вот это вот не единственная связь, которая есть, и может и не главная. Все в основном идет за счет невалентных взаимодействий, то есть там явно есть в активном центре положительно заряженные аминокислоты, которые цепляются за фосфатную группу. Так, хорошо. Значит, разобрались. Но давайте теперь озадачимся следующим вопросом с вами. Вот хорошо, мы таким образом можем спокойно гулять между различными аминокислотами, превращая их в кетокислоты. Позволяет ли это нам реально разделить углеродные скелеты и аминогруппу? Нет, мы можем только передавать. Да? Ну, то есть, скажем так. Вот у нас есть много-много разных валют, вот мы меняем, а нам надо что-то купить. И если у нас нет магазина, а есть только обменный пункт, то мы ничего не купим. То есть нам нужен альтернативный путь потери аминокислоты. И этот путь существует в наиболее явной форме, то есть наиболее быстро идет реакция для одной аминокислоты. А именно... Вот такая вот аминокислота, которую вы все наверняка узнали. Глутамат. Под действием фермента, который называется глутамат дегидрогеназа, может терять аминогруппу по альтернативному механизму, то есть не по трансаминированию, а по дегидрогеназному. Над плюс, над H, H плюс, а в обратную сторону над H, H плюс до над плюс. Здесь может получаться альфа-кетоглутарат плюс аммиак. Ну, с точностью до воды я это нарисовал. Наверное, сюда еще воду надо завести. А отсюда убрать. Вот это вот альтернативный путь. Еще раз. Фермент, который катализирует данную реакцию, называется глутамат дегидрогеназа. Фермент работает в обе стороны. То есть он является важным элементом как катаболизма, так и анаболизма. Если вы посмотрите Ленинджера предыдущие издания, то как факт говорится следующее, что у фермента есть два разных центра посадки. Один для НАДА, с плюсом, другой для надфаж. И, соответственно, это позволяет регулировать раздельно катаболизм и анаболизм. В одну сторону работает с надом, в обратно с надфаж. В новом издании Ленинджера уже не столь категоричное утверждение, потому что обнаружились ферменты, что, наверное, на мой взгляд, неудивительно, которые могут в одном и том же направлении работать как с надом, так и с надфом. И в конечном счете все это регулируется, как думаете, чем? Катаболизм или анаболизм? Все равно регуляция раздельная какая-то, ну не раздельная, а какой-то вариант регуляции остаются. Чем это можно регулировать?
Конечно, конечно. Значит, так как дельта G – это реакция близко к нулю, она легко идет в обе стороны. Соответственно, мы можем это регулировать концентрациями. И первое, что идет в голову, если много аминокислоты, то равновесие будет сдвигаться в сторону альфа-кета и наоборот. На самом деле все еще проще. Все регулируется окислительно-восстановительным потенциалом. Если у нас много будет окисленной формы коферментов, то все будет идти в ту сторону. А если у нас будет сильно восстановительная среда, которая способствует анаболизму, то все будет идти в сторону аминокислоты. Значит, один из моих самых любимых дополнительных вопросов на экзамене – объясните коллекторную функцию альфа-кетоглутарата по сбору аминогрупп. Значит, я уже все рассказал, еще раз проговариваю. Значит, аминокислоты и альфа-кетокислоты обмениваются аминогруппами. И существует такая альфа-кетокислота, которая может собрать аминогруппы по механизму трансаминирования. Ну, чтобы не быть голословным. АСП плюс альфа-кетоглутарат получается А АСП во что превращается? Эту пару надо ловить сразу. Оксалоацетат. Другой вариант, еще одну пару, которую хочу, чтобы вы знали, как отче наш. Аланин плюс альфа-кетоглутарат. Что от аланина остается? Пироват. Вот эти пары надо очень хорошо помнить. Так вот, бегает альфа-кетоглутарат и собирает со всех аминогруппы по механизму трансаминирования. Через пиридоксальфосфат, пиридоксаминофосфат. И дальше альфа-кетоглутарат, превратившийся в глутамат, может отдать реально аминогруппу по альтернативному механизму, по дегидрогеназной реакции. Сможете объяснить коллекторную функцию альфа-кетоглутарата? То есть альфа-кетоглутарат является коллектором, потому что для глутамата есть альтернативный путь. Гораздо медленнее все идет. Организм настроился таким образом, чтобы делать это только одним путем. Организмы. Все, эти две реакции базовых мы поняли, да? Замечательно. А теперь мы будем следить до некоторой степени раздельно за судьбой аминогруппы, за судьбой азота и судьбой углеродного скелета. Ну и я думаю, что мы сегодня с аминогруппой разберемся. Если успеем начать, то начнем углеродный скелет. Хорошо. Значит, здесь нам надо сказать несколько слов о вот этой молекуле. Значит, с ней все не так просто. Вот мы ее каким-то образом там отсоединили, но выясняется, что аммиак безумно токсичен. То есть, с одной стороны, это какое-то такое резкое средство, чтобы привести человека в чувство. Знаете, нашатырный спирт, чтобы вывести человека из обморока, привести в чувство, в сознание. Он и так-то не очень приятен. Я думаю, вы все знаете, как он пахнет. Да? Особенно концентрированный 20% раствор аммиака. Это довольно жестко. Но это все семечки. Вот если аммиак попадает в кровь, то это страшно. Это приводит к летальному исходу. Так до конца и непонятно, почему так безумно токсичен аммиак. Предположение есть такое. Конечно же, при нейтральных средах, при нейтральном значении pH, аммиак преимущественно существует в заряженной протонированной форме. Тем не менее, всегда он находится в некотором равновесии, то есть ион-аммония всегда в равновесии с молекулой аммиака. И в таком состоянии аммиак может попадать в головной мозг, проходить через мембраны в незаряженном состоянии. И там по обратной глутамат-дегидрогеназной реакции он объединяет пул промежуточных продуктов цикла Крепса. То есть просто отвлекает от себя альфа-кетоглутарат. А в головном мозге это страшно, критично, летально. То есть просто головному мозгу перестает хватать энергии. Ну,
Это одна из гипотез, нельзя сказать, что это доказано, но она выглядит, в общем-то, вполне обоснованной. Из этого для нас с вами, ну, помимо того, что ни в коем случае не надо делать инъекции растворов аммиака, да, это опасно летальным исходом, для нас с точки зрения метаболизма есть следствие. Мало аммиак отсоединить, его каким-то образом еще надо вывести из организма. И здесь два момента. А. Токсичность, о которой мы только что обсудили. И Б, или второе, это транспорт через мембрану, трансмембранный транспорт. Транспорт. Потому что в виде NH4+, он никуда не пойдет. О каком транспорте идет речь? Значит, где у нас много белков? Это кровь, если это пища. Ну, не белков, а аминокислот, скажем, да? И если это у нас собственные белки, то это в основном мышцы. А, давайте вот еще о чем скажу. Хорошо. Значит, организмы делятся, если мы будем говорить, ну, для растений это не существенно, не столь важно. У них метаболизм азота не такой существенный. Они, в принципе, получают азот в основном в виде нитратов необходимые, включают его в белки. И обычно это некие даже удобрения, то есть нитратов природных даже немножко не хватает. У них не стоит задача избавиться от азота. А у животных стоит. Животным надо от азота избавляться, особенно хищникам, потому что они с пищей потребляют его больше, чем нужно. И для того, чтобы использовать углеродные скелеты хотя бы в каких-то минимальных энергетических целях, нам надо научиться избавляться от аммиака. Потому что мы не можем забрать все углеродные скелеты, а аммиак оставить без внимания. То есть это серьезная задача. Организмы делятся на три типа. По тому, в каком виде они выводят аммиак. Тип А – это аммониотелические. Аммониотелические. Они выводят аммиак в виде аммиака. Значит, и это обитатели водоемов, в первую очередь рыбы. Там, где не стоит проблем разбавить аммиак водой до каких-то безумных концентраций. Выводит рыбу его через жабры, то есть он туда доставляется каким-то образом, азот в аммиак превращается и выводится при омовении жабр водой. И вот те, кто разводит рыбок или там, в промышленном каком-то разведении рыб, аммиак – это один из параметров, который очень точно надо контролировать. Содержание аммиака, потому что его надо, вот этот выделяемый аммиак надо каким-то образом разлагать. Ну, обычно его окисляют до атмосферного азота. Да, окисляют, потому что это самая восстановленная форма. Но здесь надо не перестараться, куда-нибудь нитрат не переокислить. Да? То есть все должно быть довольно аккуратно настроено. Нитриты, нитраты – это не очень хорошо. Ну, наверное, и веселящий газ тоже не самое лучшее. То есть надо каким-то образом точно попадать, чтобы он улетал в атмосферу. Значит, это существа, у которых нет проблем с огромным количеством воды. А мы с вами и многие прочие организмы относимся к уреотелическим. Уреотелическими. И мы выводим с вами аммиак в виде относительно безвредной мочевины. Что-то я водород не с той стороны написал. Вот она, мочевина. Значит, на нее как посмотреть? Если мочевина присутствует в 6-8 малярных концентрациях в растворе, это вещь довольно опасная, потому что мы с вами помним, что мочевина является классическим подавителем гидрофобных взаимодействий. Но если мочевина присутствует в разбавленном растворе, меньше одномалярного, то белки она не повредит, и мембраны не повредит, и как-то существенно не скажется на гидрофобных взаимодействиях. Поэтому наша задача с вами перевести аммиак, исключительно токсичный, в относительно нетоксичную мочевину, при этом крепко ее разбавить и вывести.
Это делают обитатели суши, которым доступна вода. Вот есть кулер, буфет, там, не знаю, река. То есть у нас не то, что вот мы в любой момент можем воды потребить, сколько нужно, но вода нам доступна. То есть мы всегда должны заботиться о том, чтобы ее некий запас был. Но вопрос решаемый. То есть азот выводится в виде разбавленного раствора мочевины. И есть урикотилические организмы, которые выводят азот в виде мочевой кислоты. Нарисую здесь, потому что она не маленькая. Ну, в принципе, давайте так рисовать. Сейчас я подумаю, в какой форме это правильно нарисовать. Ну, давайте в енольной форме рисовать, все нормально. Значит, вот это кто такой? А? Аденин, совершенно верно, с точностью до водорода здесь. А вот если он у меня будет... А, так, что-то я уже затупил. Аденин. Сейчас, полсекунды. Это аденин, хорошо, нарисовали и нарисовали. Чего смеетесь, я год не читал это. Ничего смешного. Азоты все те же в кольце на месте. А вот здесь, ну что, в кето или в енольной форме? Давайте в енольной. Три с тремя кислородами. А, так, так, так и вот так. Вот это будет мочевая кислота. Мы с вами скоро выясним, как удаляется аденин. Он удаляется тоже в виде мочевой кислоты или каких-то ее производных. Равно как и гуанин. Но, в принципе, и азот у этих урикотилических организмов выводится в виде мочевой кислоты. А еще точнее, в виде ее солей. Потому что вот этот вот водород легко уходит. И образуются соли, анион которых называется урат. Эти соли обладают крайне низкой растворимостью. Мы это еще обсудим в какой-то момент. Наверное, вы слышали, что бывают мочекаменная болезнь. Когда в почках образуются камушки. Они бывают разные природы, бывают оксалатные, бывают винно-кислые. Вот. Но один, наверное, фосфатные тоже бывают, но один из самых распространенных – это вот ураты. Значит, если их слишком много, уратов, то это очень плохо. Камни образуются, там другие заболевания, типа подагры возникают. Суставы начинают рушиться, это очень плохо. Но вот у организмов урикотилических это единственный способ вывести азот. Ну, чаще не в виде уратов, а в виде мочевой кислоты. Почему? Это перелетные птицы, например. Ну, вообще птицы. Просто птицы. Значит, они летают в воздухе, и водоемы им не очень доступны. То есть, в отличие от нас с вами, они в буфет заглянуть не могут, водички, там, канистру, бутылочку с собой прихватить не могут, они должны быть готовы к тому, что они длительное время обходятся вообще без воды. Поэтому, в отличие от нас с вами, они не могут терять значительные литровые количества воды на то, чтобы вывести азот. Они обязаны это делать в концентрированной форме. Кто-нибудь знает, как выглядит продукт выведения азота птицами? Это, собственно, помет. Да, вот эти белые кристаллы, это мочевая кислота и есть. Ну, в принципе, ну да, можно сказать. Ну, в общем, это твердое вещество. То есть вы понимаете, что воды там очень мало по сравнению с мочевиной. Вот, то есть когда нас птички осчастливливают, они не более чем выводят азот. Хорошо. Значит, дальше мы с вами, ну, здесь все более-менее понятно, мы сейчас с вами озадачимся, как делается мочевина. Об этом мы поговорим вместе с азотистыми основаниями. Значит, и перед тем, как говорить, как вообще реально делается мочевина, мы должны с вами вернуться туда, откуда мы уходили, когда стали говорить о разных типах организмов. То есть у нас аммиак
доступен в каких-то одних тканях, а превращаться в мочевину он должен в другой ткани. Условно, аммиака очень много в периферических тканях, в мышцах, а мочевина делается в печени. Значит, вот это важный момент, который надо отметить, что синтез мочевины в организме ведется в печени. То есть у нас возникает задача доставить аммиак каким-то образом, скорее всего, с кровотоком, доставить его от периферических тканей в печень. И как мы только что с вами говорили, у нас есть две проблемы с этим. Токсичность и заряженность. Соответственно, плохое прохождение через мембрану. Два самых популярных пути транспорта аммиака по организму. Тоже очень люблю этот вопрос в качестве дополнительного. Следующие. Первый путь. Значит, это пути транспорта аммиака. Первый путь – превратить глутамат, в виде которого мы собрали азот, превратить его в суммарный электронейтральный глутамин. Мы с вами помним, что очень тяжело перенести через мембрану заряженные, а с цветерионными чуть проще. То есть они переходят получше. Значит, и для этого есть специальная хорошая реакция, которая катализируется ферментом глутамин-синтетазой, потому что здесь нужен АТФ до АДФ и фосфата. Глутамин-синтетаза. На первой стадии у нас идет гидролиз, то есть глутаминовая кислота, идет гидролиз АТФ до АДФ, и получается промежуточное соединение, в котором активирован боковой радикал. То есть CH2, CH2, CO, O. Ну давайте распишу, чтобы совсем не лениться. Мог буковку П нарисовать в кружочке. То есть промежуточное соединение – это фосфорилированная боковая карбоксильная группа, смешанный ангидрид. И вот теперь мы активировали таким образом боковой заместитель, что он готов принимать аммиак, при этом вышибается ПИ и получается глутамин. Значит, вот это все происходит в активном центре фермента. То есть это один и тот же фермент, глутамин-синтетаза, это ее активный центр. Когда? Да, значит, и в таком виде, в виде глутамина, азот пересекает мембраны и кровью доставляется в печень. А там он встречается с другим ферментом, который превращает глутамин обратно в глутамат. Это просто гидролитическая реакция. Фермент, который катализирует эту реакцию, называется глутаминаза. То есть туда мы тратим энергию, глутамин синтетаза, а в обратном направлении другой путь, просто гидролиз глутаминаза. Мы с такими вещами уже встречались с вами в глюконеогенезе. Помните? Обходные пути. Ну, там мы фосфатную группу снимали, а здесь аммиак. Вот это вот первый путь. Значит, таким образом нам удается доставить от периферической ткани в печень сколько молекул, сколько эквивалентов аммиака. А вот это у нас откуда получилось? А вот здесь вот не хотим вспомнить историю, что это был альфа-кетоглутарат, а здесь была аминокислота, которая превратилась в кетокислоту. Ну, самый, нет, конечно, может быть, да, мы не знаем всю прежнюю историю этого соединения, но магистральный путь, когда идет катаболизм аминокислот, вот магистральный путь такой, коллекторная функция альфа-кетоглутарата забрала аминогруппу, превратилась это в кетокислоту, глутамат. Первую группу собрали, вот здесь вторую группу собрали.
Да, да. У нас же здесь дальше глутаматно-гидрогеназная реакция пойдет. Давайте допишем, чтобы не было вопросов. Значит, здесь я пишу над в скобочках P плюс до над в скобочках P H, H плюс. Альфа-кетоглутарат плюс NH4 плюс. То есть, в конечном счете, мы таким образом можем доставить два эквивалента. Что хорошо. Но при этом, с одной стороны, мы АТФ потратили, с другой стороны, над H или над ФАШ сделали, что тоже неплохо. То есть энергетика не самая плохая у этого пути. И есть второй путь транспорта. Так называемый глюкозоланиновый цикл. Я потру все, чтобы нарисовать его во всей красе. Значит, B. О, у меня некое преимущество. Я обычно это дело рассказывал, когда еще глюкогенеза мы не проходили, а в данный момент мы его прошли. Так что у вас он еще лучше должен лечь. Значит, глюкозоалониновый цикл. Значит, пусть вот это у нас будет с вами, так вот я для рисуночка оставлю. Значит, вот это у нас будет с вами мышца. Вот она как-то вот здесь заканчивается. Вот здесь у нас кровь, кровоток, а вот здесь у нас будет печень. Значит, что происходит здесь? Здесь у нас белок расщепляется до аминокислоты. Аминокислота взаимодействует, давайте-ка мы ее сюда пришлем, с альфа-кетоглутаратом. И получается у нас альфа-кетокислота. И глутамат. С другой стороны у нас глюкоза в результате процесса гликолиза за несколько этапов превращается в пируват. И здесь происходит еще одна реакция переаминирования. При этом, как мы уже с вами договорились, вот эти три пары мы помним очень хорошо. Глутамат снова превращается в альфа-кетоглутарат. Значит, в принципе, у кого получалось, можно цикл замкнуть, если хотите. Пожалуйста. Вот альфа-кетоглутарат, вот. Хотите, я его вот так вот замкну. А пируват превращается в аланин. Аланин, по счастью, тоже суммарно электронейтрален. Поэтому он может проходить через мембраны, и он кровью переносится в печень. И здесь наблюдается обратная реакция. В результате трансаминирования аланин снова превращается в пируват. А альфа-кетоглутарат бодро превращается в глутамат, который в результате, я как-то вот так вот напишу, с вашего позволения, да, над стрелкой, вы поймете, что это глутамат-дегидрогеназная реакция. Да? Он превращается в аммиак, и альфа-кетоглутарат регенерируется. Без обмана. В виде аланина аминогруппу дотащили и по обратной реакции сдали. А что происходит в этой ситуации с пируватом? А он идет на глюконеогенез, который вы уже прекрасно знаете. Снова получается глюкоза, которая кровью возвращается в периферические ткани. Глюкоза-аланиновый цикл замкнулся.
Красивенько, простенько. То есть ключевые моменты, вот они сразу возникают. Трансаминирование, глутамат-дегидрогеназная реакция и вот такие специфические пары. А, ну еще, конечно, глутамин. Как нейтральная, богатая азотом аминокислота. Замечательно. Ну и сегодня я хочу с вами успеть, и я должен успеть, обсудить то, как делается мочевина. А мочевина делается в специальном цикле, который, как ни странно, носит название цикла мочевины. У него есть еще одно название. Орнитиновый цикл. Орнитиновый. Значит, цикл мочевины. В скобках орнитиновый цикл. Орнитиновый. Почему он называется орнитиновый? Потому что в этом цикле нам встретятся с вами две неканонических аминокислоты. Орнитин и цитрулин. Обе красиво называются очень. Отдельно заметим, что этот цикл тоже открыл господин Крэбс. Он открыл, поэтому, когда говорят, что цикл Крэбса, всегда люди продвинутые должны уточнять, какой. Трикарбоновых кислот или мочевины. Что самое интересное, мы увидим это с вами чуть-чуть позже, цикл мочевины имеет такой вот мостик к циклу трикарбоновых кислот. Иногда его называют бициклом Крэбса. Ну что, поехали. Значит, печень, это все печень. И большая часть, нет почки только для разбавления и выведения. Синтез мочевины в печени. Значит, мы должны с вами выделить цитозоль и матрикс. Потому что большая часть реакции идет в цитозоле. Цитозоль печени. Но кое-что происходит и в матриксе. На старте в цитозоле присутствует аминокислота орнитин. Я буду медленно писать, чтобы все уместилось. Но здесь нет ничего такого, что не должно было бы уместиться. NH3 плюс орн. Значит, это гомолог лизина. У лизина CH2 в четверо, у орнитина CH2 в трое. Вся разница. Ближайший гомолог лизина в меньшую сторону. Значит, он через специальную транспортную систему проходит через внутреннюю митохондриальную мембрану и оказывается в матриксе, с чем мы его и поздравляем. С другой стороны, в матриксе приезжает из глутамина через глутамат или просто из глутамата, приезжает аммиак. А теперь давайте посмотрите, пожалуйста, на формулу мочевины. Я ее даже слева нарисую. Еще раз. Что, на ваш взгляд, из каких составных частей состоит мочевина? Ну вот из чего, из каких кубиков его надо делать? У нас сейчас с вами стоит задача в результате цикла мочевину соорудить. А угольная кислота это с точностью, да, СО2, да? Кстати, роль угольной кислоты, она прикольна. Чтобы из СО2 получить угольную кислоту или наоборот, есть фермент, который называется карбангидраза. Да? Значит, но поэтому мы сейчас в сторону, если хватит времени, с удовольствием с вами обсужу буферные свойства жидкости в организмах, угольную кислоту, там масса своих приколов. Посмотрим. Значит, но сейчас для нас главное, что мочевина из себя представляет продукт взаимодействия одного СО2 и двух аммиаков. То есть наша задача из двух эквивалентов аммиака и одного эквивалента СО2 слепить мочевину. Значит, и вот здесь происходит первая ключевая реакция. Здесь слепляется один эквивалент аммиака и СО2. Хотите СО2, хотите HCO3, как вам удобнее. Значит, но в результате этого дела
с затратой двух макроэргических связей, то есть АТФ до АМФ и фосфата. Нет, 2 АТФ до 2 АДФ и ПИ. Таким образом, здесь не АМФ, а 2 АТФ входит. У нас получается красивая молекула, которая выглядит следующим образом. Вот то, что осталось от СО2 фактически, вот аммиак зашедший. А вот здесь вот активация. То есть одна фосфатная группа оказывается связанной с тем, что было СО2. Ну или HCO3 с точностью. Вот это вот соединение называется карбамаил-фосфат. Карбамаил-фосфат. Дорисую цикл, успею. Значит, карбамаил-фосфат синтезируется под действием фермента карбамаил-фосфат-синтетазы 1 с римской цифрой 1. Значит, обращаю ваше внимание, что этот фермент присутствует в матриксе. Раз есть первый, нам когда-то встретится и второй через пару занятий. Значит, дальше происходит ключевая стадия. Вот это вот карбамаил-фосфатная тема переносится, фосфат уходит, а вот эта группировка переносится на орнитин. И в результате получается вторая неканоническая кислота, присутствующая в цикле CH2 втрое. Да, трое, все правильно. NHCONH2. И называется это аминокислота цитрулолин. Я не знаю, какое у нее точное обозначение. Мы как с вами цитрат обозначали? SIT, да? Да? Через I или через Y? Через Y. А давайте через I. Наше обозначение не претендует. Вот орнитин – это распространенное. Так цитрат был, да, через Y, без разницы. Все, мне тоже кажется, что такое. Цитрулин. Хотите? Пусть будет CTN, цитрулин. Годится? Значит, дальше цитрулин благополучно выходит в цитозоль. И все дальнейшие дела происходят в цитозоле. А дел-то осталось, в общем, немного. То есть нам надо еще где-то найти одну молекулу аммиака. И все. Откуда у нас может взяться еще молекула аммиака? Здесь происходит хитрая реакция. Значит, у нас все это приехало в виде глутамата, но перед тем, как начинать действовать, глутамат встречается с оксалоацетатом. И что у нас в итоге получается? Из глутамата у нас остается альфа-кетоглутарат. А из оксалоацетата получается аспартат. Аспартат. Аспартат – это вполне распространенный источник аминогруппы. Мы об этом чуть больше будем говорить, когда будем азотистые основания синтезировать. Там нам нужны источники азота и углерода. Но уже заранее могу сказать, что аспартат – это такой хороший источник вот этого азота. А в конечном счете приезжает он от глутамата, потому что вот в этом виде доставка идет. Глутамина или глутамата. Значит, и происходит объединение двух вот этих молекул – цитрулина и аспартата. На это тратится еще две макроэргических связи. То есть в данном случае АТФ разлагается до АМФ – и пирофосфата. И получается, такой страшный зверь получается. Сейчас я его нарисую.
Но мы уже близки к финишу. NH, C, NH2. Так вот, давайте. Вот это соединение называется аргинина-сукцинат. Посмотрите, пожалуйста, перед тем, как писать. Значит, он получился из цитрулина сверху и аспартата снизу. Но в конечном счете, вот он аргинин, узнаете, а внизу остается сукцинат. Соответственно, это аргинина-сукцинат. Фермент, который это делает, называется аргинина-сукцинат-синтетаза. А вот это, кстати, я не назвал, да? Вот этот фермент не назвал под эту стадию? Орнитин транскарбамилаза. То есть трансфераза переносит вот этот орнитин транскарбамилаза. Вот эту стадию цитрулин делает. А здесь аргинина-сукцинат-синтетаза. И смотрите, что происходит дальше. Нам надо с вами две стадии записать, и все. Аргинина, сукцинат, синтетаза. А другой, тот, ну смотрите, что он делает. Он на орнитин переносит карбамаил. Соответственно, орнитин транскарбамаилаза. Ну, бог с ним, с тем ферментом. Вот этот важно, важнее. Значит, смотрите, мы лепили вот здесь, да, вот здесь вот лепили, на этом уровне, а расщеплять будем вот здесь. Соответственно, следующий фермент аргинина-сукцинат-лиаза, которая сверху нам оставляет аргинин. Мы уже можем записать с плюсиком, почему бы нет, как обычно аргинин. А здесь уходит в сторону фумарат. Фумарат. И фумарат, сейчас о его судьбе скажем два слова. Осталось чуть-чуть. Но смотрите, нам осталось что для того, чтобы цикл замкнуть? Вы уже видите, что цикл подходит к финишу. Гидролизовать мочевину. То есть приходит H2O и срезает нам вот здесь мочевину. Уходит мочевина. Вот так вот работает этот жизненно важный цикл. Фермент аргиназа. Понравился вам цикл? Ну, приятный, по-моему, да? То есть он такой не сильно замороченный. То есть единственное, аргинина-сукцинат может быть тяжелый, но это только на первый взгляд кажется. То есть мне кажется, что это гораздо все приятнее, чем вот остатки, углеродные скелеты закидывать. Цикл Крэбса, потому что очень все разнообразно. И там такие прикольные будут замечательные кофакторы, типа тетрагидрофолата. То есть там будет с чем повозиться. Но это все в следующий раз. А пока я хотел закончить свою речь вот чем. Посмотрите, сколько микроорганических связей мы тратим на одну мочевину. То есть цена велика. И все было бы совсем плохо и расточительно. А нам же надо мочевины выводить много. Но вот здесь пошел так называемый шунт. Фумарат во что превращается? В малат.
Ну, в какую сторону цикл Крэбса нам раскрутить? Ну, давайте в обычную раскрутим. Что идет за малатом? Оксалоацетат. А что образуется при переходе от малата в оксалоацетат? НАДАШ. А НАДАШ — это сколько потенциально макроорганических связей? 2,5. То есть, смотрите, из четырех потерянных мы 2,5 отыгрываем за счет того, что у нас есть шунт фумаратный. То есть вот эта вот связка между двумя циклами, открытыми Крэбсом, используется для того, чтобы снизить энергетические потери от синтеза мочевины. В этом ее основной смысл. Мы больше половины возвращаем энергии. Это клево. Ну что, с судьбой аммиака, я считаю, мы разобрались благополучно. Поэтому в следующий раз прям начнем с эсадоназилметионина, с тетрагидрофолата и побежали.